Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». Нашу новостную студию, которую вы, уважаемые телезрители, привыкли видеть, сейчас готовят к обновлению. Ну а пока в нашей временной студии с вами Вадим Почема. Смотрите сегодня. К новым высотам. В Чебоксарах открылся кадетский корпус для подготовки летчиков и космонавтов. Погода в доме. В Чебоксарах продолжается подготовка к отопительному сезону. Без границ. В Чувашию прибыли участники Всемирного парамузыкального фестиваля. Храм знаний для будущих летчиков. В Чувашском кадетском корпусе имени Александра Кочетова прозвенел первый звонок. На торжественную церемонию открытия приехало немало почетных гостей. О новой странице в истории кадетского движения республики репортаж Дмитрия Ковалева. У нас 21 регион. 2, 1. Ура! С праздником! Ура! Каждая деталь этого церемониала определенно будет вписана золотыми буквами в историю региона. После того, как почетные гости перерезали красную ленту, кадетский корпус осветил митрополит Варнава. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Перед республикой стояла непростая задача, и это признает экс-полпред президента. Строительство кадетского корпуса Михаил Бабич держал на постоянном контроле. Соглашение четырех сторон было подписано год назад в Москве. Сегодня мы делаем очередной шаг, заключаем соглашение о взаимодействии по оказанию шефской помощи Чувашскому кадетскому корпусу имени Героя Советского Союза Кочетова. Уверен, что это позволит воспитанникам корпуса научиться быть самостоятельными, ответственными людьми и сделать все для того, чтобы наша страна процветала. За неделю до рабочего визита в республику Михаила Бабича назначили чрезвычайным и полномочным послом страны в Беларусь. Пост полпреда президента он занимал 7 лет, став инициатором окружного проекта, в рамках которого в ПФО начали возводить кадетские корпуса. Чувашский 6-й по счету. Украшением нашего проекта является вот этот великолепный кадетский корпус, который буквально чуть более года назад мы заложили с вами здесь первую капсулу. И вот прошло 14 месяцев, и этот великолепный храм знаний, по-другому его нельзя назвать, с этого момента начнет служить нашим ребятам. И я хочу поблагодарить всех, прежде всего, Михаил Васильевич, вас, вашу команду, несмотря на все сложности, несмотря на очень сжатые сроки. Тем не менее, эта работа была сделана. Я хочу поблагодарить наших партнеров из группы компании «Ренова», которые в этом кадетском корпусе подарили целый спальный корпус, построенный на свои средства. Это ответ закоренелым скептикам. Спустя год на месте пустыря и поросли самосева появился кадетский корпус и комфортная зона для прогулок. Кадры с квадрокоптера описывают весь масштаб благоустройства. Здесь и игровые комплексы для детей, и цветочные клумбы, и фонтаны. Горожане таким переменам только рады. Прекрасный городской парк, это тоже по федеральной программе, мы на это инвестиции получили. Это на самом деле востребованное место. Одно дело я говорю, я слышал отзывы наших горожан, наших ветеранов. И те общественные проекты, их 11, которые на самом деле по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации при Приволжском федеральном округе реализованы, они будут иметь очень хорошую дальнейшую перспективу. Это 6 кадетских корпусов Приволжского федерального округа, это президентский кадетский корпус в Оренбурге и 2 суворовских военных училища в Ульяновске, которое сейчас будет реконструировано и, по сути дела, заново отстроено. Это все единая система, единый образовательный процесс. И сегодня у нас количество поступающих в высшие военно-учебные заведения силовых структур из 100% выпускников уже сегодня уходят за 70%. В кадетском корпусе все, что необходимо для подготовки квалифицированных специалистов. Тренажерные спортивные залы, инновационные классы, стрелковый тир. За рамками школьной программы кадет будут обучать хореографии, живописи и робототехнике. Ребята будут изучать основы робототехники, то есть сборку вести, программирование. И также будут изучать основы 3D-печати и конспирования. Многие ребята признаются, что кадетский корпус – это новая ступень к заветной мечте.
очень долго ждали вот этого момента. Мы надеялись, то есть что быстро, у нас быстро это все построят. К счастью, это так. Специальностей очень много, но военное мне как-то больше по душе. Я считаю, что нужно защищать Родину, то есть, чтобы остальные спали спокойно, жили и не волновались о своей судьбе и жизни. Я думаю, что у меня неплохо с этим. Я думаю, что неплохо с этим справлюсь. В будущем я хочу работать полицейским. Полицейские должны быть порядочными, аккуратными. Поэтому я и хочу стать полицейским. Я буду стараться больше заниматься физкультурой, учиться хорошо. Переполняет эмоции, потому что открытие такого корпуса для нас огромная честь там учиться. До этого мы уезжали домой всегда, а тут мы будем жить. Я вижу, как тут все организовано, тут все прекрасно и со спокойной душой. Все для детей. С этого года в кадетском корпусе будут обучаться 400 человек. Сюда поступили ребята и из других регионов. Есть татары, удмурты, чуваши, русские, евреи, белорус и марийцы. Кураторами чувашского кадетского корпуса выступают Воздушно-космические силы России. Вот этот шаг, он является беспрецедентным. По большому счету, сегодня шефство воздушно-космических сил над кадетскими корпусами, оно не имеет места. Поэтому сегодня мы с большой радостью, в общем-то, понимаем, что данное действие случилось, закладывая здесь сегодня в детях вот эту любовь сегодня к небу, любовь к профессии летной сегодня. Мы понимаем, что это будущие летчики, будущие офицеры. И ребятам есть на кого равняться. Чувашскому кадетскому корпусу присвоено имя героя Советского Союза Александра Кочетова, правнучка легендарного летчика, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в числе почетных гостей. Это праздник для нашей семьи. Мы очень горды тем, что мой прадед столько сделал для нашей страны, то, что его помнят. Это очень важно, и я очень волнуюсь, потому что это большая честь стоять здесь сегодня. Ну а кадетам преподали уроки мужества герои России Владимир Рахманов, Николай Гаврилов и Сергей Нефедов. Хочется сегодня поклониться вообще земле чуваши. Вот я здесь 4 часа, наверное, мы только встали с самолета. У меня такое впечатление, что я здесь уже живу 20 лет. Улыбки, гостеприимство, искренность. Мы своими глазами видим ваших людей. Мы своими глазами видим, как поставленная задача, не приказ, а поставленная задача, может быть при желании всем вместе исполнена. История пишется с чистого листа. Первые записи в книге почетных гостей оставили Михаил Бабич и Аделина Сотникова, пожелав кадетам новых высот. Об этом дне ребятам будут напоминать и именные деревья, которые посадили у входа в корпус. Дмитрий Ковалев, Ольга Пырочкина, Галина Титарчук, Андрей Шохлев, Александр Петров и Андрей Спиридонов. Республика. С олимпийской чемпионкой и правнучкой героя Советского Союза Александра Васильевича Кочетова Аделиной Сотниковой глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился незадолго до церемонии открытия кадетского корпуса. Еще несколько лет назад в Чувашии не было серьезных площадок для занятия фигурным катанием и хоккеем, рассказал спортсменке Михаил Игнатьев. Теперь созданы все условия. Мы открыли прекрасный ледовый дворец, который работает сегодня. 6 часов дети начинают кататься, если взять уже современную жизнь. По классике уже, если взять, то зрительный зал сделали 7,5 тысяч, соответственно, хотя там думали 3-5, а сейчас шоу проводят по разным направлениям, плюс тренировочный каток. Еще один ледовый дворец должен появиться рядом с кадетским корпусом. В этом году на строительство заложили 60 миллионов рублей. В следующем запланировано еще 180. Это здорово. Здорово. После беседы с главой Чувашии олимпийскую чемпионку пригласили посмотреть на столицу республики с высоты птичьего полета под самый купол Дома правительства. Там взять интервью у спортсменки смогла и наша съемочная группа. Девушка рассказала, очень жалеет, что не застала своего героического прадедушку. О том, насколько он был бесстрашен в небе, она знает по рассказам бабушки. Мне бабушка рассказывала, что у меня есть нотки его характера. И это действительно очень... Я очень этому рада, потому что... Я тоже, как можно сказать, бесстрашная и иду на пролом, и у меня есть что-то дедушкино. Я с большим удовольствием буду приезжать сюда, если меня будут приглашать, давать мастер-классы, просто какие-то делать встречи, может быть, с детишками, рассказывать свою историю жизни, делиться каким-то опытом, потому что все-таки я опытная спортсменка, 18 лет в спорте, поэтому я многое знаю и готова делиться, ездить по регионам, не только сюда, вообще готова ездить везде, чтобы помогать детишкам, поэтому
Я всегда открыта. И, я думаю, все возможно, чтобы найти время и приезжать. Ольга Пырочкина, Галина Титарчук, Валерий Резюков. Республика. Женщины до 60, мужчины до 65. В стране продолжаются обсуждения и разъяснения предстоящих изменений пенсионного законодательства. Тему подняли и на еженедельном совещании главы республики Михаила Игнатьева. 29 августа президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с внесением в Госдуму проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий. Президент обозначил, что на переходный период до завершения преобразования пенсионной системы все федеральные годы, действующие до 31 декабря, будут сохранены. Задача поставлена перед регионами. Я ответственно могу сказать, обозначить все региональные льготы, которые у нас были, мы тоже их сохраняем. Благодаря изменениям к 2024 году пенсии планируют довести в среднем до 20 тысяч рублей. Предлагается установить для женщин возраст выхода на пенсию в 60 лет вместо 63, как планировалось. Дать право досрочного выхода на заслуженный отдых многодетным матерям. Женщины с тремя детьми получают право выхода на пенсию на 3 года раньше. С 4 на 4 года раньше, по предварительным данным, по назначенным пенсиям в первом полугодии 2018 года, такой льготой ежегодно могут воспользоваться 1500 женщин, имеющих 3 детей, и около 300 женщин с 4 детьми. И дополнительные расходы по нашей республике по ним ожидаются в объеме более 0,5 миллиарда рублей. Женщины и мужчины, которые выработали стаж 37 и 42 года соответственно, могут выйти на пенсию на 2 года раньше. Ранее законопроектом предусматривался необходимый стаж 40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно. По данным Пенсионного фонда России, в Чувашии право на досрочную пенсию за длительный стаж приобретут около 1000 человек ежегодно. Кроме того, введены меры ответственности для работодателя, вплоть до уголовной за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. Пособие по безработице у нас увеличится до 11 200 рублей. Те граждане, которые наиболее уязвимы и нуждаются в дополнительной государственной поддержке, вот этим гражданам мы будем повышенные пособия по безработице платить. В среднем это где-то около 300 человек ежемесячно к нам приходят, граждане предпенсионного возраста, и, соответственно, их будем дополнительно поддерживать, ну и, конечно же, трудоустраивать. Главная задача законопроекта – обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной реформы на долгие годы вперед. Ирина Волкова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика. В дорожных авариях погибло 84 человека, ранено 1000. Это данные аварийности по республике за 8 месяцев этого года. Эти цифры ниже, чем в прошлом году на 11%. Больше всего столкновений, 71%, происходит в городах и населенных пунктах. 20% аварий случаются на федеральных трассах, 9% на республиканских и муниципальных. По статистике, меньше водители стали садиться за руль в нетрезвом состоянии. А вот число ДТП с транспортом перевозящих людей стало больше на 5%. Благодаря программе «Безопасные и качественные дороги» мы приводим 243 километра дорог в нормативное состояние. Но самое главное, что мы должны искоренить 19 основных аварийно-опасных участков в Чебоксарской агломерации. На самом деле мы уже практически вот эти 19 все искоренили, которые должны были до 2024 года устранить аварийно-опасные участки. Но, к сожалению, с ГИБДД мы фиксируем появление новых аварийно-опасных участков, которые будут систематическими, в том числе пассивными методами, ликвидированы. А вот купальный сезон, который на днях официально завершился в Чебоксарах, прошел относительно благополучно. Итоги подвели в столичной администрации. За время работы матросов-спасателей на пляжах утонувших нет. Утонувших нет, а вот тех, кто тонул, увы, достаточно. Спасатели успели вытащить из воды более 20 человек. Большая часть – это дети, за которыми не досмотрели родители. Многие родители оставляли своих детей без присмотра. И наши ребята спасли от горя родителей, спасли от горя эти семьи. Как уже отметил, 15 детей спасли. Это Нуржанов Максим Балатович спас 9 человек, из них 6 детей. Это Катмичев Михаил Аркадьевич спас 7 человек, из них 5 детей. И Тиранян Авсеп Рубенович спас 4 детей. Ребят, мы вас благодарим. Большое вас спасибо за ваш профессиональный подход.
По предварительным подсчетам, за лето у воды в столице Чувашии отдохнули более 2 миллионов человек. Также в сезон ежедневно прибрежную зону очищали рабочие. За лето они собрали более 800 кубов мусора. Столица Чувашии завершается подготовка к отопительному сезону. С этого года за подачу тепла вместо коммунальных технологий будет отвечать муниципальное предприятие «Теплосеть». Еще в 2007 году коммунальные технологии получили в аренду около 50 городских котельных и более 300 километров тепловых сетей. В этом году из-за миллионных долгов компании арбитражный суд вынес решение о расторжении договора аренды между городом и коммунальными технологиями. Сейчас сети, котельные и имущество передают обратно. Заниматься подачей тепла отныне будет специально созданное муниципальное предприятие «Теплосеть». В новую организацию перейдет и большая часть персонала. По состоянию на 1 сентября 2018 года трудоустроено в МУП «Теплосеть» 752 человека. В течение сентября в МУП «Теплосеть» будут дополнительно приняты работники производственных участков и инженерно-технических служб, необходимых для осуществления деятельности предприятия. Общая штатная численность предприятия составит 1140 человек. Подготовить все объекты к предстоящему отопительному сезону руководство «Теплосети» обещает к 20 числам сентября. Чтобы ситуация с долгами не повторилась, необходимо активнее переводить собственников на прямые платежи в обход управляющих компаний, отметил Алексей Ладыков. Если мы не сможем перейти на прямые платежи, то деньги пойдут мимо теплоснабжающей организации. Соответственно, теплоснабжающая организация не сможет платить за поставку газа, за поставку других энергоресурсов, что может привести к очередному банкротству уже нашего муниципального предприятия. Один пример мы имеем, второй пример нам не нужен. По нормам отопление дают, когда средняя температура в течение 5 суток не поднимается выше плюс 8 градусов. По предположениям синоптиков, это произойдет через 3-4 недели. Ольга Пырышкина, Игорь Зверев, Республика. В минувшие выходные в России отметили не только День знаний, но и День работника нефтяной и газовой промышленности. Труженики газовой отрасли Чувашии традиционно встретили праздник не только достижениями в работе, но и спортивными победами. Торжества на природе в санатории «Волга», что в Чебоксарском районе. Туда съехали сотрудники республиканских подразделений двух компаний «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром Газораспределение Чебоксара». Поздравить их прибыли председатель правительства Чувашии Иван Моторин и вице-премьер республики, министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. От вашей работы зависит надежность работы и энергетики Чувашской республики, и тепло в наших домах, поэтому отдаю вам дань уважения. Надеюсь, что ваша работа также будет и в дальнейшем носить положительный вклад в развитие экономики республики. Ну а у вас в семьях, на работе все будет благополучно и хорошо. Мы несем тепло, уют в каждый дом. Создаем безопасность эксплуатации оборудования. Это всегда надо помнить, если настоящий газовик. Поздравить с этим профессиональным праздником. Пожелать самое главное здоровья, удачи в жизни, счастья, любви к себе, другим, к работе, к жизни. С праздником вас! Руководителю предприятий газовой отрасли Чувашии приказом Министерства энергетики России присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности». Традиционно лучших сотрудников предприятий отметили благодарностями от главы Чувашской республики и отраслевыми почетными грамотами и наградами. Нагрудным знаком второй степени общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» награжден Клементьев Борис Валерьянович, начальник Цивильского территориального участка. Спортивные соревнования стартовали параллельно. На соседних площадках развернулись матчи по волейболу и мини-футболу. Вот видите, сейчас ребят забили гол, как радуются, сколько эмоций. Это вообще круто, это классно, и работникам это очень важно. Это важно, потому что это снижает стресс, можно сказать, и повышает работоспособность. Коллеги знают друг друга не только по офису, но и по игре на спортивной площадке. К спартакиаде размеренно готовятся, отрабатывая тактику. Еженедельно 2 раза собираемся с ребятами, играем в футбол, волейбол. Ну, то есть это же помогает нам в работе. У нас и командная игра, и командная работа. Волейбол – конек чувашских газовиков. Недавно завершилась всероссийская спартакиада работников «Газпром Межрегионгаз» в Белгороде. Мужская команда Чувашии заняла 3-е место, а женская вошла в 10-ку лучших по стране. Вырастить чемпионов помогают регулярные корпоративные спартакиады, которые газовики уже много лет подряд традиционно проводят 2 раза в год. Эта спартакиада, она собирает коллектив, где мы можем пообщаться,
Также спортсмены могут принять активное участие в футболе, волейболе, в веселых стартах. Индивидуальные рекорды ставили в дарте. Женщины держали планку, мужчины отжимались. 77. Первое место в волейболе заняла команда «Газпром газораспределение Чебоксары» управление. В мини-футболе победили спортсмены «Газпром газораспределение» филиал в городе Чебоксары. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика. Безграничные таланты. В среду в Чебоксарах состоится гала-концерт Всемирного парамузыкального фестиваля. А сегодня в столицу республики стали прибывать участники. Их встречала наша съемочная группа. Москва-Чебоксары привез первых участников фестиваля. Среди них Дима Комиссаров. На конкурс он приезжает во второй раз. Я буду играть на фортепиано. Два произведения – это лирический танец Амирова и этюд Геллера. Фестиваль, не знаю, просто здесь какая-то атмосфера очень необычная. Вот. Не знаю, почему мне так это нравится. Играть можно на любом предмете, уверен Миша Десяцков. Щелкунчика Чайковского он исполнит на хрустальных бокалах. У всех знакомых все это собиралось из стенок, из дома. Вот, ну где-то около 40 бокалов, наверное, было вот перебрано, да, из них вот выбрано 13. Если его и долго играть, и получится все, что хочешь. Например, играешь вот этот дин-дин-дин. А вот так встречают участников в аэропорту Чебоксар. Всемирный парамузыкальный фестиваль в этом году отмечает юбилей. 10 лет он помогает найти особенных, одаренных детей и дает возможность им реализовать себя. Многие из них, например, первый раз выступают с оркестром. Вот. Для них это вообще целое событие, конечно, и непривычное. И вот. Поэтому у нас такое не стоит вот, выделить кого-то, поставить по ранжиру. Вот. Просто это такой праздник, как говорится. Мы стараемся сделать праздник и для участников, прежде всего, ну и, конечно, для зрителей. А посмотреть будет на что. Около 40 участников из разных регионов страны покажут себя в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах. Ребят на сцене поддержат местные творческие коллективы. Впереди день отдыха и репетиции, а после – концертная программа. Татьяна Леонтьева, Юлия Важенина, Александр Петров, Андрей Шоклев. Республика. Таким стал первый рабочий и первый учебный день этой недели. Впереди полезная информация для старшеклассников и тех, кто задумывается о покупке новой машины. А я с вами прощаюсь. До завтра. В жизни этих студентов День знаний занимает особое место. Они – будущие учителя и педагоги. В этом году в ЧГПУ имени Яковлева поступили около 1100 студентов. Более 750 из них зачислено на очное отделение. Это намного больше, чем в прошлом году. И при этом количество бюджетных мест тоже возрастает. Это тоже социально хорошая поддержка. И нас радует, что сегодня с удовольствием наши юноши и девушки выбирают профессию учителя. И растет количество юношей, которые выбирают эту профессию. Это говорит о том, что система образования сегодня стабильно работает. И, кстати, она нуждается в наших молодых кадрах. Другие я не рассматривал, поступал именно в этот университет. Сразу подавал оригинал. С этим учебным заведением я знаком уже буквально с 10 класса. В 10 классе я участвовал в мероприятиях, которые устраивал этот вуз. И очень сильно заинтересовала профессия педагога, именно учителя музыки. С детства любил петь и любил обучать людей чему-то, потому что, как известно, учителя – это с древних времен очень почетная профессия. Учить будущих педагогов – задача ответственная. В ЧГПУ трудится 240 квалифицированных преподавателей, среди которых доктора наук, профессоры, доценты. За вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу объявляется благодарность главы Чувашской республики Метельковой Лилии Александровне. В ВУЗе ценят и поощряют талантливых студентов. Они получают специальные именные стипендии. В этом году впервые вручили сертификаты от депутата Госдумы Николая Малова. Я считаю, что это очень правильно, и каждый из нас должен вносить свой посильный вклад, инвестируя в будущее, в наше будущее. А наше будущее – это наши, конечно, дети.
ЧГПУ имени Яковлева входит в топ-100 вузов страны, сотрудничает с ведущими научными центрами и образовательными учреждениями России и других государств. Активно развивается и внеучебная деятельность. Скоро пройдет парад российского студенчества, будет 15 сентября. Мы ждем все университеты, СУЗы. Педагогический университет – это для меня вторая семья. Я пришла на свой факультет и учась уже третий год, я не пожалела ни об одном дне, потому что действительно это то место, куда хочется возвращаться, где хочется творить и развиваться. В старейшем вузе республики учатся около 5000 студентов, и вы можете быть в их числе. Прием документов на заочную форму обучения продлится до 17 октября. Лада Гранта! По-настоящему народный автомобиль, заслуживший признание тысячи автовладельцев. Все это Лада Гранта. Самая популярная модель в Чувашии теперь радует водителей своей новой улучшенной версией. Конечно же, это X-образный стиль, это узнаваемость нового автомобиля Лада, это новые фары. Новый капот сразу может быть незаметно, но кромка капота загнута немножко под другим углом, тем самым аэродинамика автомобиля изменилась, воздушные протоки теперь проходят над лобовым стеклом, тем самым стекло дольше остается чистым. Вот. И также жиклеры, как вы заметили, с капота их спрятали, они теперь находятся под капотом, это создает уже законченный вид автомобиля. «Проводи меня домой» – новая функция автомобиля. Фары выключаются не сразу, а постепенно, помогая водителю благополучно добраться до дома. В новой «Ладе Гранта» изменилась приборная панель, поменялась центральная консоль, а также блок управления печкой. Стали удобнее сидения, в них появились боковые поддержки. Также из нового – новый задний бампер. Новая крышка багажника, она отличается, во-первых, не только внешне, она получила новую функцию, у нее есть теперь кнопка открывания багажника. Багажник остался все тот же огромный, неизменный, 520 литров. Плюс появилась новая ручка, удобная под естественный хват. Тем самым можно будет закрыть багажник одной рукой. Амбициозный дизайн, непревзойденная практичность, безопасность и комфорт по доступной цене – это лишь малая часть достоинств новой «Лада Гранта». Убедиться в этом могли все желающие на презентации автомобиля. Машина, конечно, изменилась намного от старой «Гранты». Конечно, это новый салон, новая торпеда. Вот очень нравится прям. Ощущения на марке. Вот эти X-стили, вот это все. Очень нравится. Сам не отказался от такой машины, хотел бы приобрести. Гранта – это народная машина. Для народа, значит, что она стоит этих денег. Лада Гранта предлагает принципиально разные варианты трансмиссии. Для мегаполиса – автомат, для поселка – механика. Есть и автоматизированная коробка передач. Она подходит абсолютно для любых условий. У меня Лада Гранта в старом кузове, и на презентации как бы я рассматриваю замену на новую Ладу Гранту в кузове универсал. Помощь при трогании, на подъеме имеется, подушки безопасности имеется как бы и для этого, для пассажира. У меня как бы в старом кузове, только для водителя. Ну и нашим информационным партнерам. Универсал побольше, чем всегда. Николай Семенов уже 3 года счастливый владелец Лады Калина Спорт. После презентации решил обновить железного коня. Относительно невысокая стоимость этой машины, ну, делать ее довольно привлекательно для меня. Ну и поэтому рассматривал будущие замены как в своей машине. За эти деньги это самая комфортная машина. Седан, хэтчбэк, лифтбэк, универсал. Новая «Лада Гранта» доступна в 4 кузовах и разных цветах. Кстати, автомобиль уже в продаже. Так что из офиса Чебоксары «Лада» в Новочебоксарске вы можете уехать уже на новой машине, причем еще и вместе с номерами. Чебоксары «Лада» нам по пути.